Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру! И вот на 10 ноября 2021 года стало известно, что группировка вооруженных сил Польши на границе с Беларусью увеличена до 15 тысяч человек. Фактически 15 тысяч штыков находится сейчас на границе с Беларусью. Это фактически огромнейшее, огромнейшее количество войск, на содержание которых тратятся ресурсы. Поможет ли такое количество штыков удержать в нормальном, так сказать, состоянии, вернее, не дадут ли эти 15 тысяч возможности прорваться фактически такому же количеству нелегалов, непонятно. Если вот логически рассматривать, то на каждого нелегала, допустим, если там 10 тысяч этих нелегалов, нужно по 2 человека, силовика с польской стороны. Это надо 20 тысяч фактически штыков. Точное количество этих нелегалов, которых Лукашенко собирал с лета, вы вдумайтесь, где-то с августа месяца началась эта эпопея, и он подготавливал, не подводил их к границе никуда. Это, я считаю, что упущенное поляками, Евросоюзом, Литвой время, пока они там решали выделять или не выделять деньги, фактически произошло накопление этих войск на границе. Пока что безоружных, но приносящих много вреда для Евросоюза. Так что будем наблюдать, как говорится.